Содействие в действии. Еще одной новой детской и спортивной площадкой стало больше в Самарском районе Самары. Теперь здесь есть все для веселого времяпровождения детей, антитравматическое покрытие соответствует всем нормам безопасности. А для комфортного отдыха здесь разместили скамейки, урны и ограждения. В итоге площадка получилась яркая, живая, интересная. Самое главное – это желание. Если даже жители придут к нам в отдел ЖКХ, либо обратятся к управляющим микрорайонам с этой идеей и хотя бы первоначально на листочке нарисуют карандашиком, что они хотят получить в своем дворе, дальше уже будем совместно разрабатывать, реализовывать и придем к финишу, вот к такому красивому двору. Самое главное – это желание жителей. Дизайн-проект создавался при непосредственном участии жителей. Были обсуждения, размышления, даже споры. Какие-то моменты попросили скорректировать специалистов районной администрации. В итоге получили результат, которым жители довольны. И на своем примере убедились, что губернаторский проект «Содействие» действительно работает. С момента подачи заявки до завершения работ прошло 3 месяца. Это 4-я площадка в Самарском районе, выполненная по проекту «Содействие». Всем двором собрались и решили, что необходимо менять, делать новую. Подали заявку в администрацию района, рассмотрели заявку, приняли, начали делать. Я бы советовал другим жителям других дворов участвовать в программе реконструкции дворов. Это хорошо для детей, для самих жителей. Это нужно, это необходимо. Пусть не боятся, обращаются. Это будет все сделано. Площадка по адресу Некрасовская, 25 – еще один положительный пример реализации общественной инициативы. Новое пространство для детей появилось здесь благодаря активности жителей. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.